8 июня. Двое мужчин врываются в офисное помещение в Волжском районе. Профессионально, со знанием дела, орудуя подручными инструментами, злоумышленники за считанные секунды вскрывают платежный терминал и похищают хранящиеся в нем деньги, всего около 30 тысяч рублей. Прибывшим на место происшествия сотрудникам охранного предприятия оставалось наблюдать вот такую печальную картину. Варварски изуродованный терминал с пустым купюроприемником. Волжским отделом города Саратова возбуждено уголовное дело по статье 61 части 2. Ведется расследование. В ходе расследования было установлено, что неизвестные на тот момент злоумышленники могут быть причастны еще к двум попыткам взлома платежных терминалов. Одну из таких попыток в городе Энгельсе зафиксировала камера наблюдения. В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска задержаны двое ранее судимых жителей Ростовской области. Как пояснил один из задержанных, в Саратове он был проездом. А почему вот именно терминал вы решили? Ну, что в голову взбрело первое, то и мы пытались скрыть обстоятельства, так сложились. И вот место, где эти терминалы находились, тоже спонтанно все возникло, да? Конечно. О том, что объекты для краж выбирались наугад, подозреваемый явно лукавит. У его напарника в ходе обыска были изъяты записи с адресами платежных терминалов и еще травматический пистолет. По имеющейся оперативной информации, данные граждане причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации. В отношении граждан избрана мера пресечения – арест. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.